Ну что, пришла долгожданная посылочка от Женька. Вот разбираем. Здесь у нас лампа Днепродент. Дополнительно светодиоды. Т-узел еще один. Вот. Что, лампочка Днепродентовская пятиполосная. Пара молоточков для блендинга. Ну и сама стойка. Вот Женя, тезка тоже, Женькин, распечатывает. Будем собирать, смотреть. Предыстория посылки интересная. Заблукала она тут у нас в Почте России. Ждали, ждали и потерялась. Оказывается, она уже на почте. Ну, Россия, Russian Почта рулит. Респект им. Потихоньку все собирается. На стенде в виде стула. Вот они лапы. На них есть тормоза, которые как бы не дают крутиться. Вообще тормоза штука хорошая. Вообще, конечно, тормоза это вещь полезная. И нужная. И вот то, что вот это сама, так сказать, вот двигается туда-сюда. То есть в неудобных моментах вот этот момент будет очень хорошо выручать. Ну, сам процесс сборки мы укоротим, потом покажем, так сказать, на финиш. Как я и говорил, Почте России большой привет. Вот она шла по Украине. Немножко поблукала ее почему-то в Одессу. Вот. И по трекеру сегодня вот видно 18 июля. Я уже посылку получил. А по трекеру она непонятно где. Пропала. Почте России большой привет. И мои поздравления. Работают, конечно, мягко сказать, отвратительно. Это людей напрягает. Ладно, не будем о грустном. Посылка дошла, слава Богу. Да, так у нас две лишние запчасти. Ты имеешь в виду две Т-образки? А, вот это? Я думаю, что не лишнее. Ну, я не нашел, куда их воткнуть. Ну, ничего, разберемся. Это если что. И вот это непонятно куда сувать. Это тоже к Т-образке на лампу. Это не лишнее. Да, запчасть это сюда вкладывается. Так что пока все. Это тоже не лишнее. Это одевается на то, чтобы лампа, допустим, не соскакивала. Может быть запасной. Ладно, это выясним. Ну вот, разбор посылки продолжается. Вот они, два молоточка для блендинга. Женя даже спасибо. Наконечничек мягкий положил один. То есть намек на то, что можно ее и так использовать. Обработка шикарная. Вот, ну сейчас поподробнее. Полетел. Длина молоточка 40 сантиметров. Вот видно. Вот так он где-то 9 с копеечками там. Сейчас посмотрим вес. Так, шарик втыкается просто? 197 грамм. Вот что получилось у меня. У меня уже лампочка есть. Т-образка как бы. Да. Это ничего тут лишнего, Женя, не поможет. Это для фиксации, да. Получается, вот у меня лампочка на моем самодельном варианте. В принципе, можно сразу пользоваться двумя лампами на двух стойках при желании. Вот. Это, конечно, уже более эстетично, более красиво, поэтому я все-таки решился на то, чтобы купить завод и не морочить ни себе, ни людям головы. Вот. Завод есть завод.
А завод у нас Днепродент. Женьку респект очередной посылаем. Вот она лампочка, да. Чем она отличается? Это LED Classic пятиполосный. Здесь она отличается тем, что здесь нету диммера, зато по центру есть полоса. Вот, и она уже изначально пятиполосная. Ну вот мы ее сейчас и прицепим сюда на стоечку. Как она будет для примера. Вот, но зато здесь отсутствует диммер. Для меня это как бы не актуально. Почему? Потому что диммер можно поставить в цепь, да, в разрыв, разорвать. И то же самое, как говорится, эффект будет тот же самый. Вот. В данном случае я и свою первую лампу, вот она, переделать хочу так, чтобы тоже. Здесь вот он диммер есть, это хамелеон четырехполосный, но я его тоже уже переделал под 5 полос. И вот, Жень, спасибо, выслал мне люменьку. Я просто хочу собрать так, как оно должно быть, с оригинальных. И вот 2 полосочки. Вот. Естественно, я заказал полный комплект. Точно так же на эту лампу 3 рассеивателя. Вот он, лимончик, беленький и матовый беленький. Ну, так, я считаю, получше будет. Вот, собственно, и вся посылочка. Сборка уже практически завершена. Не практически, а завершена. Вот, завершена. Ну что, показывай, что может. Степени свободы и так далее. В принципе, видео можно увидеть на сайте производителя. Что она может, не будем снимать. Тут вот пришла такая посылочка. По высоте ей можно рихтовать, дожигать. Да. Доставать она будет очень высоко. Все сделано качественно, аккуратно, эстетично. Я очень доволен. Цена-качество, на мой взгляд, оптимальная. Все сделано не просто аккуратно, а даже красиво. Все, всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи, пока-пока.